Арахис — это особый продукт. Я очень трепетно отношусь к арахису, потому что был период моей жизни, когда я питался только арахисом и бананами. Потому что в них есть все, что вам нужно. Просто замоченный арахис. Одна горсть арахиса, замоченная на ночь. Один банан. Я энергичен весь день. Я активен. Более активен, чем большинство людей могут себе представить. Потому что в нем есть все, чтобы поддержать вас. Это полноценная еда сама по себе. Когда вы замачиваете арахис, более 6-8 часов, из него удаляются определенные аспекты, которые называются питта. Вы знаете, что такое питта? Врачи современной медицины на это не смотрят, но аюрведа основана на этом. Ушна, шита и питта. Из арахиса выходит питта. Съешьте этот замоченный арахис, как следует прожевывая. Только убедитесь, что это не продукт генной инженерии. Единственное, что он может быть генетически модифицирован. Сейчас уже не указывают, что модифицировано, а что нет. И еще один момент. Удобрения и пестициды используются до такой степени, что арахис уже не арахис. Просто убедитесь, что это органический продукт. Вот вам рецепт завтрака. Возьмите горсть арахиса, замочите его в воде на 6-8 часов. Положите в блендер. Если хотите добавить фрукты, добавьте банан. Все, что вам нравится. Банан хорошо подходит. Но можете добавить любые другие фрукты. Если хотите, добавьте немного меда. 2 минуты, и у вас отличный завтрак. Приготовление займет всего 2 минуты. Если вы хотите более жидкую консистенцию, добавьте больше воды и просто выпейте. Если хотите кашу, сделайте консистенцию более густой. Вы заметите, что получите насыщение на 4-5 часов. Арахис очень питательный.